Еще один очередной подарок на 23 февраля сделали мои друзья. Вот, вернее сказать, один мой друг, который подарил мне очень классный рюкзак, как он говорит. Ну, единственное, что осталось только забрать его в ближайшее время. Вот, и все. Тогда я вам его покажу. И вот он, подарок, который мне сделали. А здесь, как обычно, у Xiaomi-шных рюкзаков пакет такой матовый. Внутри рюкзачок. Здесь для ручки есть. Он похож по качеству на мой предыдущий рюкзак. Но здесь два больших кармана спереди сделаны. Сделан приблизительно из такого же материала, как и предыдущий бизнес-лайт, там что-то такое было. Так, это мы отрываем. Но здесь уже я вижу лучше тем, что обычная легенькая ручка. На этой ручке стоит вставка, якобы кожа, скорее всего, рука кожа. И здесь нет вот этого вот ребра жесткости. То есть рюкзак жесткий за счет задней вставки вот этой. Он стал бежевым у них. Но радует еще то, что замки не вывернуты вовнутрь. На предыдущем рюкзаке это была самая главная проблема. Здесь же опять прорезиненного дна нету у них такого. Но тем не менее рюкзаки, как и на предыдущем рюкзаке, нормальные. Сзади вставки дышащей нет. Тут такая же ткань. Можно было бы даже здесь сделать какой-нибудь маленький кошелечек для карты. Прятать. Ну, в принципе, должен быть вместительным. Посмотрим. Сейчас закину в него свой EDC набор и посмотрим, как он будет висеть. Здесь, кстати, уже вот эти вот клапаны, они внутри насквозь сделано отверстие такое, не зашито полностью. Но они здесь внизу меньше, так что можно будет сюда что-то вешать. И оно уже не упадет. Ту же самую ручку. В общем, сейчас я его заполню и посмотрим, как он смотрится. Здесь все-таки есть потайной карман для проездной карты. Выглядит он следующим образом. Компактно, для метро. Самое то. Для города. Очень даже ничего. Единственное, что здесь продумано, сделано, это потайной карман, как я уже говорил. Нет резинок, как на предыдущем рюкзаке. Ручка не такая мощная, как на предыдущем рюкзаке. И это уже радует, она компактнее стала. Единственное, что вот этот материал, который собирает всю пыль, и который со временем будет затираться. Будет затираться это однозначно, потому что уже есть опыт ношения такого рюкзака. Вот, в принципе, всем, кому было полезно, кто захочет себе приобрести такое чудо света, смотрите в описании к видео. Здесь такие вот крестики еще с двух сторон. И не забудьте, что здесь все компактно становится, все поместилось. Единственное, что места для ручек штатных прошивок нет. Можно их либо сюда повесить, либо вот вовнутрь повесить на клапан. Сюда можно будет повесить на импровизированный кожаный хлястик флешку. Здесь липучка стала мощнее,
намного. Ноутбук я не ношу, я ношу с собой папку с документами. Вот поэтому мне нужно что-то, какое-то компактное решение. Посмотрим, как он себя покажет в процессе носки. Предыдущий был удобный, но в нем было очень много нюансов. Здесь также нет хлястика для ключей. Его придется приделать самому. Наверное, со старого срежу и повешу сюда. Вот. Это единственное, чем мы модернизируем его, наверное. Кому понравился рюкзак, ставим лайки, оставляем комментарии, добавляемся в друзья. Всем пока!